Что же, всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами, как обычно, я, Леоплей, и сегодня мы попытаемся убить нашу первую акулу, и это будет довольно-таки круто. И, как вы, наверное, помните, с предыдущей серии мы начали путешествовать по островам. И, если честно, я забыл один очень важный мой факт. Кто-то не подписан на канал. Да, мы знаем таких. И я на вас смотрю, иначе акула меня сожрет. Блин, я теперь в себя не верю, потому что я знаю то, что вы подпишетесь, и на меня акула нападет. А если вы... Так. Блин. Ай! Ты чё такая страшная, акула? У тебя 80 хп. Какие-то здесь еще страшные твари. Так. Нет, это что такое? Акула, надеюсь, мою лодку не сожрет. Теперь на меня все монстры океана сагрились. Блин, какая нежная акулка. А такая, блин, сильная, я вам так скажу. Я хочу домой. Заберите меня отсюда. Ну, пожалуйста. Чего мне так быстро еда тратится? Никто не знает. Нет, лишь один человечек, который смотрит мои видео, и поэтому... А где все монстры? Неужели они так боятся крабов? Это кажется, или акулы забрегли на дно, а леопродоны вниз, киты тоже, и там у них сейчас происходит жесткий тусич. Что-то не слышно музыку под водой. Хотя все правильно. Так, ну насколько мы знаем, в предыдущей серии мы начали изучать этот остров. Но на самом деле я просто вне серии. То есть это была серия, но она не выйдет на канале, потому что там я тебе запомню. Во-первых, какая-то собака сожрала у меня все мои кости. И из-за этого... Я теперь не могу, ну, что-то так сказать, у меня больше нет факелов. Ну, допустим, то, что... Блинский, блин! Я же сейчас сдохну и появлюсь на респауне. Нельзя умирать. Хардкорность начинается. Самый хардкорный летсплей уже у вас на экранах. Вы такого никогда не увидели. Самые скучные серии только у меня. Это как-то не очень весело. Хотя все правильно. Так. Не в мою смену. Поняли меня? Я же буду жить вечно. Откуда здесь водоросли? Вот это да. Майнкрафт эволюционирует. Кажись, я нашел какой-то данж. Ну, ой. Я чуть тебя не ударил, чувак. Надеюсь, ты будешь добрым. Ты добрый. У меня нет печки. Я не хочу туда идти. Но теперь хочу. Когда я это сказал, я туда теперь хочу идти. Вот что называется. Хорошие приключения от меня. Наконец-таки. Наверное, первая великая серия. Ох, ты ж, блин. Спрут, пошли со мной. Я тебя просто так не оставлю. Мы с тобой друзья. По тайне нет. Мы с тобой тайные друзья, Спрут. Только попробуйте об этом кому-нибудь рассказать. Потому что Спруты, как-никак, отдают нам чернильные мешочки. А это отпугивает всех морских монстров, которых я встречу. Нет никаких данжев. Где мой остров? Фух, я его нашел. Так. Блин. Где? Только не киты. Киты в этой сборке просто как... Не знаю, как... какие-то монстры, которые пришли с другой планеты. Вот их лучи. Нет, я не пойду к киту. Или пойти к киту. Или не пойти. Мне еще тебя не хватало. Ты ходишь по воздуху лунной походкой. Я не знаю, как ты это делаешь. О, господи, мне показалось то, что... Фух, мне кажется, больше всего этот летсплей сводит меня не то что с ума, он меня
хорошую сторону отводит. Типа, это все круто, да. И я еще купил изумруд у какого-то жителя. Природа меня не учит. Майнкрафтерская. Я даже в Майнкрафте куда-то еду на какие-то острова. А в реальности... Нет! Только не это. Мне еще этого существа не хватало. Все. Фух, надеюсь, что вы меня... О, господи, долбанные спруты. Я вас ненавижу. Хотя несколько секунд назад я говорил то, что это мои друзья. Я же говорил, что они мои тайные друзья, поэтому... Ладно, я к вам уже вернусь, когда наступит день, и я доберусь до своего острова. Раз, два и три. Я понял одну страшную, но в то же время няшную тайну. Мы находимся в мире морском. О, это, кстати, выражено в форме сердечка. Прикольно. Так, ну если честно, то мы почти во всем сезоне были в водичке. С первой серии по 17-ю, да, потому что сейчас уже 17-я, блин, серия. И, если честно, если вы вдруг не знали эту тайну, то что мы находимся в мире морском. Ладно. Иначе вам не понравится этот морской мир. Какие существа меня поджидают на этом острове? А-а-а, я все понял. Меня поджидает там... я не знаю. Что-то да поджидает. О, кстати, мы почти пришли домой. Вот это неожиданно. Верно? Так, ну, на этом острове мы вроде как были. А, мы на нем вообще как бы жили с второй серии. Или с третьей? Я не помню. Но напишите в комментах, со второй или с третьей серии. Так, 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 тростник. Вкусненько так. Ладно, шутка. Тростники я не ем в Майнкрафте. Да в реальности тоже. А то вы думаете, то, что я панда. Так, ну, допустим. Мы далеко-далеко. Мы видим все. Космос и Землю. Но всю самую главную вещь я вам сказал, то, что мы находимся в мире морском. Наконец-таки обычный биом пришел к нам в гости. А он большой? Где я вообще нахожусь? А, он вообще малепусенький. Маленький, короче. Ладно, я к вам уже вернусь, когда я найду свой остров. И когда наступит, конечно же, день, я включу очень сложную сложность, и меня убивают монстры, и... Короче, увидите в серии. Ну что же, я к вам уже вернулся, и... Я вас немного разочарую результатом. На самом деле, все должно быть вот так вот, то есть... Даже здесь это более-менее медленно показывают, но... Оказывается, мне эти штуки были нужны. Нет. Мой летсплей просто... Не знаю. Где-то далеко-далеко. Очень плохо, что так случилось. Эх, ну ничего, мы не отчаиваемся, и поэтому засунуем вот сюдашеньки. Блин. Как мне тогда создать динозавра? Так. Пум-п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 ум. Так. Знается. Здесь только оружие. Но мне нужен сам моб. Я хочу узнать, что же получится, если я вдруг сделаю что-то не так. Или это только по оружию? Нет, только не это. Я не должен допустить великой ошибки, которой допустили предки в Майнкрафте. Неужели это... А, нам надо создавать динозавра в другой колбе. Ничего себе. Вот это, конечно, надо заморачиваться. Что так сложно?
Помогите мне кто-нибудь, спасите меня от Майнкрафта. Я хочу жить квадратным кубиком. Ладно, я шучу, Майнкрафт все-таки это как-никак круто. Я с этого начал. Так, ну, а что это у нас тут такое? Как же все плохо. Так, у нас тут такое, наш джунгли, опаньки. Что-то мы в Divine RPG немного переместились, так очень быстро, я вам так скажу. Так, а как нам это скрафтить? А как это крафтится? Как это крафтится? Так, для этого нужен верстак. Ну, верстак-то я знаю, как крафтится. Так, допустим, что мы хотим какого-то себе... Давайте, допустим, мегалодона. Если я хочу мегалодона какого-нибудь... Так, или саблезубого тигра. На нем, наверное, можно будет покататься. У меня будет собственный транспорт. Так, ну это более-менее... Окей, можно. Можненько. Так. Для этого нам нужно два железных слитка. Вот эта вот фигня. Ну, блин. Как же все сложно. Жить в Майнкрафте. Есть! Я буду создавать саблезубого тигра, потому что я могу и хочу. А как мне это создать? А как мне это создать? Эй! Я все понял! Я понял, понял. А как? Откуда мне это тогда достать? Собственно, скажите мне, пожалуйста. О, вот мегалодон, кстати. Так, ну для этого нам нужно... мегалодон, мясо. Это... Метроснулый. Точняк! Точняк, точняк, точняк. Не зря же у меня есть ведра. У меня же есть ведра, у меня же есть ведра. Я просто джуниус. Я себя просто вах. У меня, кстати, есть вот это вот. Так, но у меня нет какой-то еще фигни, которую мне нужно... У меня есть это! Да! Есть! У-ху! Е-бой! Так, ну, знаете, мы не такие уж и бомжи. Я вам могу сказать лишь одно. Так, ну, я себе хочу еще саблезубого тигра. Очень сильно хочу. Вы не представляете, просто... Да! У меня есть все нужные мне рецепты. О, господи, как же я рад этому. То, что у меня это все есть. Есть! Наконец-таки! Я это сделал. И вы это тоже знаете, то, что я это смог сделать. Потому что я так буду говорить, потому что мне так нравится. Господи, я доволен собой и вами тоже. Потому что вы, наверное, подпишитесь на канал. Да? А там сколько надо этих блоков? То есть не блоков, а вообще... То есть... Это надо примерно как-то так делается. Сейчас, погодите-ка. Я супер-пупер-дупер... Ух! Мой мозг оказывается умный. О, новое достижение! Есть! Да, похлопаем мне. Я буду создавать динозавров, которые будут за меня, а не против меня. У меня есть собственные друзья. Ох, щит. Так, как там крафтится смелодон? Я буду так называть, потому что так его называют ученые. Угу. Как бы это странно звучало. А как мне из этого... То есть мне надо... Вы хотите сказать, что я должен потратить целое ведро? Это же три кусочка железа. Пфф, что там, ведерко обычно. А где ведро? Ух, щита, это железо, так скажу. Так, ну в этой серии мы сделали много всего. И из-за этого нам нужно много всякого крутого говна. Ну, ладно, шутки шутками, но смола у меня есть. Я скажу лишь одно, мегалодон у нас уже есть в кармане. Есть, наконец-таки. Есть!
Yes. Так, ну, получается. Здорово всем. Так, это у нас обычный день. Что? Простите? Вы хотите мне сказать лишь одно? Мне не будет... Что мне надо сделать? Как так возможно? Нет, я посрал... Я не посрал. Я просрал много всего. Нет. Ладно, я к вам скажу лишь одно. Вам надо подписаться на канал. А я вне серии уже попробую что-то да сделать с этим ужасным миром Майнкрафта. Всем до встречи. Всем пока.